Никиту с этим. Это следующий поединок, также сборная России, сборная Соединенных Штатов Америки. В синем углу ринга, в черных, давайте будем так говорить, в черных или зеленых перчатках, отсюда не видно, зеленых перчатках Даци Дациев, представляющий Россию, город Саратов. И против него... Ричард Аврам. Ричард Аврам, представитель Соединенных Штатов Америки. Даци Дациев является лидером национальной сборной. Видите, лоу-кики очень сильные. И левой, и правой ногой наносит Даци. Вот. Он лидер нашей национальной сборной в разделе К1. Является чемпионом России. В этом году он даже был признан лучшим спортсменом чемпионата. Вот. Но немножко не везет на международной арене. Даци на чемпионатах Европы и мира он проигрывал. Нет у него титулов, но он является обладателем Кубка мира. В общем-то, очень сильный спортсмен. И я так думаю, что в этом году Даци одержит победу на чемпионате Европы. Видите, загоняет в угол. Хорошо работает Даци Дациев. С первых сразу минут взял инициативу, наносит точный удар еще по печени. Так бой может быть закончен и досрочно. Не попадает с разворота коленом. Ничто не может сделать американский спортсмен. Играет даже Даци на публику. Но можно сказать, должен сказать, что крепкий американский спортсмен выдержал такие атаки и пытается противоборствовать. Заканчивается первый раунд. Знаю, что регламент 5 раундов по 2 минуты. Раздел К1. Второй раунд. Чисто наносит ногой лоу-кик. Еще второй раз Даци Дациев. Все в защиту приходит Даци. В отличие от американского спортсмена, Даци, конечно, носит чистые удары, такие хорошие, меньше падает по защите. А спортсмены из Америки больше падают по защите, и точных ударов очень мало. Очень мало точных ударов. Вот сильный правый ногой лоу-кик наносит Даци. Смотрите, обмен ударов. Спортсмен Соединенных Штатов не сдается и также противоборствует. Пытается перехватить инициативу в свои руки. Бэквист наносит Даци, но в защиту вовремя поставил руки. Аврам. Держит удар Аврам. Напомню, что эта категория 75 килограмм. Заканчивается второй раунд. Бойцы на середину. Дает бой американский спортсмен.
после первого раунда можно было сказать, что Дарцы закончит это досрочно. Но не так. Видите, американский спортсмен кидается в бой. Если в первом раунде он, можно сказать, был мальчиком для битья, то сейчас уже нельзя так сказать. Все в руках американского спортсмена. Попадает двоечку Дацы, вот обмениваются ударами ребята. Хорошую серию проводит, видите, поджимает, да, американский спортсмен нашего спортсмена. Видите, извиняется друг перед другом за удар после стопа. Печени пытается пробить Дацы Дациев. Вот хорошую серию проводит американский спортсмен. Вот видите, какое завершение хотел он нанести удар ногой с прыжка. Четвертый раунд идет. Если мы в первом раунде видели полную доминацию, то, что доминировал Дацы Дациев, то сейчас, конечно, так нельзя сказать. Идет равный бой. И американский спортсмен ничуть не сдается. Хороший лоу-кик сейчас достигает цели американский спортсмен. Обмениваются ударами спортсмены. На таких чистых не видно, видите. Чаще всего вот хорошо попадает Дацы правой прямой. В защиту бьет американский спортсмен. Бэквист опять в защиту попадает Дацы. Разносторонне работают спортсмены. Очень много ударов руками и ногами, как колени, так и лоу-кики. Промахивается Дацы. Но к этому удару был готов уже Аврам. Заканчивается четвертый раунд. Заключительный раунд нас ждет. Я хочу сказать, что идет равный поединок. Равный поединок, в отличие от первого раунда, где было видно огромное преимущество Дацы Дациева. Сейчас вот предстоит это решить судьям, кто одержит победу. Но поединок, конечно, идет равный. Оба спортсмена хотят победить. Значит, удар по печени Дацы. Кик по внутренней части бедра. Вот наносит и проводит атаку Аврам.
Вот, хорошо наносит два боковых удара Аврам. Кидается Аврам. Это очень чревато. В последнем раунде можно наскочить на хороший удар. Но спортсмен хочет выиграть, хочет одержать победу. Устали, видно, вот устал Дацы, видно это по лицу. Оба спортсмена устали, это идет пятый раунд. Идет вперед американский спортсмен. Вот хорошо наносит боковой, лоу-кики. Обмениваются ребята и поджимает, видите, уже перехватил инициативу американский спортсмен. Какие апперкоты он попадает Дацы. К концу подходит пятый раунд. Закончен этот поединок. Очень интересный поединок, на мой взгляд. Вот оба спортсмена считают, что эти выиграли они, но все решение судей. Александр Поветкин у нас гость. Поздравляем Дацы Дацыева. С вами был Герасимов Михаил, заслуженный мастер спорта по кикбоксингу. Удачи!